Не вернулся рядовой из боя, ну, а мама очень ждет письма от родного сына дорогого. Все не спит ночами, нету сна, а сынок письма ей не напишет. Он лежит с пробитой головой, мамина сердечко горе слышит, шепчет, что приедет сын домой. А в палатке командир солдата курит сигареты за столом. Ручка тяжелее автомата глушит свои думы он вином. Как же написать солдата маме, что геройский сын погиб в бою, что паяют сыну гроб в баграме, что попал на родину свою. Лейтенант лишь ненамного старше, чем погибший был в бою солдат. И письмо домой солдатской маме пишет он, как будто старший брат. Пишет он, что сына больше нету, что не знает, как с той болью жить, что от Бога получил советы попроси себя усыновить. Вот слезами он полил мальчишку, провожая брата в дальний край. В гроб вложил он орденскую книжку, словно выдал пропуск в вечный рай. Словно выдал пропуск в вечный рай.